Всем привет, дорогие мои любимые зрители! Итак, не прошло и я не знаю сколько лет, а видео о Понче благодаря DM28, которое нам предоставило вот это вот шикарное пространство, мы сегодня будем снимать. Дорогие модели, девушки, пожалуйста, в кадр, идите сюда, поддержите меня. Все. Дорогие друзья, мы все в разных Пончо. Я, конечно же, в самом этническом, латиноамериканском, прямо из Эквадора. Спасибо Оле, ну, Оля знает, которая мне его подарила. Вот, так, все вошли в кадр? Все вошли, да? Да, все. Посмотрите, какие мы все, посмотрите, какие ты, вот. Вот там Галина, да. Все в черном. Сейчас мы будем устраивать проходы и рассказывать про каждое пончо, как мы его обыграли, как будем его носить, да, от элегантных вариантов до вот просто casual стиль и этнических, конечно. Ну что, смотрим проходы. Кто первый проходит? Давайте, Надежда. Давайте. Я Надежда. Уже прошла. Да. Но я еще пройду в таком красивом. Я просто иду? Да, ты просто идешь, Надежда. Так, я просто вот, иду. Вот, ты модель. Поддержим модель. Да, я модель. Да, да, да. Так, Надежда, расскажи, что ты выбрала? Я выбрала терракотовый костюм. Потому что сейчас коричневый. Это DM28, да? Лен, да. Присоединяйтесь. Да, расскажите. DM28, я очень хотела коричневый костюм. Очень такой мне нравится оттенок. Не знаю, видно вам леопардовые тапочки. Да, кеды леопардовые, все так. И это уже тренд 2-го года, и мне кажется, что вообще роскошный. И также со всеми другими красными оттенками, с бордовым мы тоже примеряли, да? Да, бордовый тоже очень хорошо смотрится. Очень необычно, я не ношу пончо, но вот такой вариант, слушайте... Накидочка. Да, он как бы не совсем пончо, но интересно в том плане, что для акцента цвета и для утепления. Он очень тепленький, греет плечи. Этот, кстати, хлопковый, это мой. Mm-hmm. Он хлопковый и очень хорошо летом. То есть mm-hmm. ты его кладешь в сумку, если чуть-чуть подмерзло, достаешь, а вот прокрутись сзади, там тоже такой квадрат. Mm-hmm. Да. Я еще шикарно хочу показать, смотрится. Смотрите сразу же тогда на Надежде. Если ощущение под, ну, плеча здесь достаточно крупное, то мы можем делать вот эту линию. Визуально видите, вы вытягиваете, добавляете яркости. Потому что если вот этот вариант, вообще его можно вот так носить. Посмотрите. Да. Его можно завязать прям как шарф. Поэтому плечо увеличивается за счет жакета. А если вы наденете на трикотажную, допустим, какую-то блузу, то это будет очень мягко и хорошо. Просто мы сегодня вот в жакетах, да. С Надеждой, и здесь по-другому как раз я на себе тоже показала. Очень красиво сочетается красный такой яркий, спокойный, кофейный и дерзкие. Да. Брючки зауженные. Кто, как и я, не носил, может, стоит попробовать, девочка. Конечно, Надежда, ведь ты такая выдумщица, я думаю, что точно надо попробовать. Ну, пробовать надо все, а потом приживется или нет, так что, девочки, пробуйте. Тем более на тебе это все шикарно очень смотрится. Спасибо, да. Здорово. 5 с плюсом. И очень красивый костюм, кстати, ваш. Это DM28, да? Да, просили, Елена, на самом деле тоже рассказывать нам про цены. Здесь цены невысокие. Брючки SM, два размера, зауженные. Не на резиночке, там поясочек, даже для пояса есть шлевочки. И жакет тоже в размере SM. Жакет у нас Так а цены-то какие? Брюки у нас в районе 8600, жакет, по-моему, слушайте, там порядка 14 тысяч. Вот, и видите, как красивое сочетание хорошее. Очень красиво сочетается, и тем более, что в этом году очень популярны снова костюмы, да, когда брюки и жакет одинаковые. И разнообразить и украсить таким пончо прям то, что надо. Можно, да. Не все же палантино. Сыграть на точно. Какой-то, да, и этот, точно. Разных интересных аксессуарах. Точно. Галина, твой проход. Вот так должна ходить настоящая модель. Нога за ногу, нога на пяточку. Сексуальная ручка там из-под кейпа. Ну что, Елена, рассказывайте. Расскажу, что кейп на самом деле собственность Марины. Да? Да. Мы хотим показать, что кейпы бывают. Кейпы, пончо, они бывают разные. Здесь как раз сделан утепленный.
и считаю, кейп, он без подклада, можно и такие вещи, видите, очень удобно, он больше в классику. Да, то есть, и он вообще вот без фурнитуры. Да, потому что она скрытая фурнитура, на Галине перчатки, то есть мы представили, например, как носить кейп в классическом образе. Классический образ, да. Кто знает, что мне близка Великобритания, я представила себя как Кейт Миддлтон. Ну или вообще кто-то пенсии. Там, кто-то там из королевской семьи. Да. Недавно ну, мне как раз... Если бы я здесь заменила, но я, честно говоря, поленилась. Ну, да, нет, ты знаешь, наоборот, мне даже понравилось девочки. То, что не нет, вот Total Black. Чтобы они были зауженные, какой-то более благородный, так может быть, даже... Мне нравится да? такой вариант. Как раз есть такие серые брючки на резиночке, и они более зауженные, с тоненькой-тоненькой шерсти. Вот, и кейпы тоже мы хотим сказать, что у нас в DM28 тоже представлены. Вот такой, видите, как бы кейп сделан вот с такой вот гусарской застежкой. Застежкой, да. А, здесь очень интересный тоже кейп. Он и какая-то летящая юбка внизу, круга, да? Да, их представлено, это наш дизайнер молодой петербургский, их представлено два цвета. Вот такой цвет какао с молоком и синий цвет, темно-синий цвет. А сколько стоит? Вот, стоит это я вам сейчас скажу. Очень у нас интересно. Стоит он 27 тысяч. Вот. Ну, это шерсть. Там. Это шерсть, конечно, да, сделана же. На подкладе. Видите, как бы все. Ну, в общем, такая вот интересная модель. Опять-таки, сочетается и со светлыми, и с темно-синими оттенками, с разными. Я бы с брючками нет. Вот это можно здесь юбку, да, какой-то такой вот такой вариант. Да, вот мы просто хотим показать. Ну, здесь же можно по-разному. Можно дамские, а можно наоборот одни джинсы надеть всякие. То есть дерзкие такие вот. А потом раз... И неожиданно гусарский кейп. Да, да. Здорово. Ну что, Галина, а я тебе ухожу. Нравится? Ну подожди, подожди. Да. А вот давайте рассмотрим Елену, разберем давайте. Ее, так сказать, вариант. Она с петичкой моей от Стасика Лопаткина. Да, Стасика Лопаткина. Я очень хотела ее куда-нибудь пристроить. Видите, как она хорошо смотрится на винном. Пончо. Пончо. Это, кстати, да? шерстяное. Шерстяное тоненькое. Это опять как бы... принадлежит Марине, ну, мы просто дабы рассказываем про это все, вот, как можно это носить, видите, да, то здесь вот можно декорировать как раз вот такой брошью, а хотя вид у меня абсолютно спортивный. А если, например, вот это попробовать так дерзко замахнуть? А это можно сюда назад замахнуть. Ну, сейчас мы свитера да. носим, да, 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 да. Рукава завязываем. А уж пончо, да? они сами да. просто... Вот как вариант, да. и как шарф сейчас. Закрутить, может ага. быть, вот такой вот вариант. Здорово. Мне ну, очень нравится. А если повернуться сзади? Пожалуйста. Ага. А вот пройдитесь. Да, пройдитесь, пожалуйста. Елена. Конечно, по модель, подиуму. Не модель. Но вот мне кажется, что это носить очень как бы интересно и здорово. И сюда мы вытянули. Вот, пожалуйста. Такая прям база под аксессуары. Да? Да. да. Прекрасная, вообще пончо хороши база. Тем, что они база под аксессуары. Потому что если вот, например, взять такое лаконичное, да, да кейп, да, то здесь, конечно, просто можно брошь английской королевы носить брошь, как раз. И будет очень хорошо смотреться. Здорово. Что, приглашаем Яночку. Да, Яна, Яночка. На подиум. Проходочка, проходочка, проходочка. Видите, какое прекрасное здесь помещение DM28. Шикарный дизайн интерьера, огромный выбор красивой одежды от российских дизайнеров. Даже пончо имеется. В прошлый раз я такое черное примеряла, очень красивое, кстати. Ну вот, а теперь вариант от Яны. Ну, прямо как с подиума. Яна, вращайтесь, вращайтесь. Вы только посмотрите. Это пончо принесла я. У меня два таких. Вот это светло-серое и черное. Яна его решила вот так обыграть. Мне очень понравилось. Я сделала симметричный вид. То есть у меня одна сережка. Я решила так поиграть. Угу. И как раз вот добавила асимметрию именно что углами. Мне очень нравится. Очень классная, удобная вещь, что действительно можно миллион разных вариантов. И тепло. Вы согрелись? Очень, просто очень, да. Материал шикарный. Да, это какой-то кашемир там, якобы. Ну, вот туда, по ощущениям. Кстати, очень да. похоже на него. Я думаю, что мы обязательно в этом году скажем дизайнерам, чтобы они нам отвязали такие прекрасные вещи. Потому что это действительно, раз мы их показали, ну, мы, значит, должны их продавать. Просто таких... каких-нибудь интересных цветов, с какой-нибудь да, цикламеновой, да, 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 представляете, такую цикламеновую, я или красную. На лето классно с джинсами, с футболкой, опять же, правильно вы сказали, что у нас такое лето, что вечером в сумку закинул,
Ну, у нас всегда раньше это было представлено. Я привозила латвийских дизайнеров из Риги. Господи, прекрасная марку. Цинамон марка была у нас представлена. Вот у нее как раз вот эти вот трикотажные пончо были. Слушайте, они у нас, конечно, как горячие пирожки. А я думаю, что если ваши отвяжут, теперешние отвяжут. Я думаю, попросить надо, чтобы они слово сделали, какое. Да, потому что да. Сейчас вот мы с Ригой не можем. Причем можно летний вариант сделать, да? Мне кажется, на машинке это же достаточно просто. Вискоза, она легкая, она же, знаете, холодит. Шелковистая бывает такая вискоза. Она как и рис. В дырочку такую, да. Вот, ну так вот на крупных. Мы обещаем, что мы постараемся, чтобы у нас дизайнеры это сделали. Прям сегодня буду дозваниваться и просить. Ну согласитесь, прикольная штука. Очень красиво, причем на я не представлены брюки не зауженные, а прямые брюки. Это тоже у нас есть вот такие брючки классические. И достаточно, видите, это, конечно же, все DM28. Да, все очень. Молодцы, что здесь красиво, гармонично сочетается. Яна. Я попросила Яну надеть вот это пончо. Это пончо я тоже покупала в Финляндии. Это какая-то была рождественская коллекция. И здесь вот, Яна, сделайте ручки вот так. Да, видите, здесь совсем несложно. Такой небольшой треугольничек, да. Сейчас я вот покажу сзади. Он выглядит, ну, точно так же, да. Вот, обратите внимание. Здесь вот используется люрексовая ниточка. Но если, например, вот так связать белочком-умелочком, ну, красное, например, да, из хлопка или из вискозы, это, по-моему, вискоза, вот, чувствуется, да, он такой приятный, шелковистый, да. И очень красиво можно завязывать вот эту ленту, да, на бантик, а можно просто распустить. Можно просто распустить. И даже можно, дорогие друзья, сейчас, Яна, просто приложите вот так уж. Я выгуливаю, принесла сегодня свою кисточку. Кстати, дорогие друзья, смотрите мастер-класс, как ее делать. Это очень-очень просто, но очень эффектно. Можно серебро на серебре. Или, кстати, вот на том сером пончо, если его распустить, тоже было очень красиво. Даже прям лучше, но могли вот так повесить. Шикарно, да. Ну и на любом черном, кстати, тоже эффектно смотрится. Крупная здорово. Цепь красивая. Яна, а вам какой тип пончо больше нравится? Ну, мы так общие слова пончо, но ведь они очень разные. Видите, они тут у нас кейпы разные. Сейчас Галина нам вот эти тот, вот покажет. На мне. Абсолютно точно. Да. Так, в кадр входит Галина. В пончо, в черепах. Елена, карманы. Лена, рассказывайте. Ну, это мое любимое приобретение. В Дубае, наверное? Нет, это у нас, в бутике я купила. Цены не будем озвучивать, она была очень высокая. Но это что? Это Тови Валт, американский дизайнер. И сделано кашемир. Видите, как кашемир и вот такие. Стразы. Стразами выложено, да. Вот, слушайте, да, у меня где-то даже есть. Да, вот на сейчас Галина. Галина, а можешь пройтись? Посмотри, то есть сзади вот такая вот дерзкая накидка. Так, идем вперед. Да. Вот. Просто супер. И смотрите, расскажу, что вот эту вещь можно носить, как я ее носила, и была она мне представлена. Трикотажным платьем. Если мы вниз одеваем трикотажное платье, то смотрите, что мы делаем. Ну, вот, допустим, вот такой вариант. Мы туда сейчас одну секунду. Можно верхушечку подержать чуть-чуть. Брюки превращаются. Да, делаем вот такой вот поясочек скрытый. Скрытый поясочек. Сейчас я вам скажу все, как это дальше делается. Вот. И вот эта часть опускается, а вот эта часть. Она сюда как вперед бы заправляется. Вот так вот можно ну, даже можно с брюками. Так можно с брюками. Галина, а пройдись тогда вперед. А посмотрите тогда, какая будет потом спинка. То есть мы вот здесь делаем талию, да, и получается такой вариант, как бы смотришь сзади, как кардигана. Вот. Но более распашно, оно, конечно, стильнее и очень. Галина, вперед.
Так, ну, шикарная вещь. Вот, дорогие друзья, посмотрите, какие разные пончо. А сейчас мы покажем. Слушайте, это же можно делать не обязательно из трикотажа, это же из ткани можно делать. Да, вот, представлено. Но ткань. Надо, чтобы ткань была такая пластичная, податливая. Или шелк, можно блузу такую шелковую сшить. Так вот он кашемирчик, тяжелый. А шелковый мяться это будет. На море. Ну, полиэстер. Ну, такие варианты, которые... Считай, тоже шелковые. Плечики там, да? Вот вариант. Так, а на Лене что? Вот мое любимое. Почему переоделась, покажу вам. У меня точно такое же, только я в косе покупала. Но дочь была беременна, и я ей отдала. А в кос, кстати, у нас из кос тоже есть. А это Маринин. А сейчас я еще... Да, синий это тоже кос, да? Да, тоже кос. Угу. Лена, ваш выход. Вот. Ой, это моя любовь вообще. Непредаваемая никем. Ну, я люблю, честно. А покрутите, если... Это Макс Мара. Вот отделочка сделана кожей. И знаете, почему я сейчас в спортивном костюме? И вот как раз в этом пончо. Потому что в самолеты очень удобно, когда мы перелетаем из холодного времени в более теплое. То есть в самолете укрыться, да, я не люблю чужие пледы, даже когда они новые дают пледы, я почему-то как-то не очень к этому. А вот то, что свое, это очень уютно, да, и вот видите, спортивный. А, вы тут, и... я представляю, вы такая, наверное, самая крутая модница в самолете. Ну, я люблю как бы вот. С такими, офферами, с такими цепями, самый супер тренд уже пара-тройка сезонов, золотая отделочка. Да. Вот. Ну, слушайте, и пончо с худи, с капюшоном. Очень-очень Лена, уютно. Покрутитесь, покрутитесь. Так, подерзите, вот, подерзите. Можно рюкзачок, можно сумку дорожную, и все, вперед. Мы а если золотую сумку, то это уже можно сразу, да. И, как говорится, с корабля на бал. Да, да. Украшения сюда не очень люблю я вешать. Мне почему-то кажется, тут всего достаточно. Пусть будет на ручках, крупные можно. Снять. Ну, это же пончо можно накинуть сверху даже легкого пуховичка, да, жакета угадали, любого. То есть абсолютно все варианты. Я встречаюсь в городе, когда, например, не на машине, у меня есть просто пуховой жилет, да, и вот это вот сверху многослойность, она еще красиво смотрится, еще лучше смотрится. Здорово. Вот. Сейчас я покажу тоже вот мое приобретение осеннее кос. Вот это вот. А это ваше синее похоже тоже, кстати. Это тоже кос, да, который свободный. Вот такой, видите, как бы сшит на кнопках. Ага. Они очень похожи. Пускай будут вытянуты. Два пончо. Два в одном. Так. Красиво же, Галя? Да мне вообще все нравится. Ой, сзади как капюшончик. Вообще очень красиво, Марина. Во. Ну что? Ну а что теперь? Посмотрите, что у нас на Марине. Тоже прекрасный кейп. Чуть-чуть плечика немножко, потому что кейп это 46 размера. Немножко-немножко плечика сборит. Вообще на 46, ну, не будем на это, да, обращать внимание. Обращать но внимание. Если я что-то надену с плечиками, то и на мне даже сядет. Как надо. И посмотрите, как красивое сочетание винного цвета с синим, с птицей. Вот очень хотелось, чтобы на Марине показали такую красоту. А сзади, Мариночка, повернитесь, пожалуйста. Угу. А сзади видите, как выглядит? Как будто это капюшон. И, можно сказать, надели два пончо. Роскошно. В одном законе. Да. А вот этот синенький у вас тут продается. Да, это у нас. Какой вот классный. А сколько стоит? Бежевый. И он точно так же 27 тысяч стоит. Шерстяной, слушайте, так удобно. Тоже ведь можно, да? С этими с пуховичками. С пуховичками, да. Но так как сейчас весна, уже мы же готовимся к весне. К весне как раз это очень удобно. На джемперочек или уже футболочке будет тепло просто накидывать. Ну, аж в Питере такая погода. Звезда. Дорогие друзья, напишите, как вам видео о пончо. Насколько я знаю, особо на Ютубе таких роликов нет, посвященных накидкам, пончо. А ведь это такой классный предмет женского гардероба. Да. А вам, если это будет интересно, вы нам напишите обязательно, а мы тогда до дизайнеров донесем. И попробуем сделать красивые коллекции, чтобы... И в этом году я смотрела подборку модных образов, не помню, в каком-то журнале, и там прямо был целый отдел... Сезон, да, у Диора тоже, вот, например, как у Марины было колумбийское, да, или польское. Эквадорское. Да, вот как раз я видела вот такое цветное. У Диора цветное, как да. раз именно те же принты, сделаны пончо и представлены в новой коллекции. Обычно все обвиняют, что ой, слезали у Диора. Но мы-то знаем, что Диор да. слезал у южноамериканских индейцев. Это все. Ох, какие у них красивые пончо. Молодцы, пончо они вдохновились, да. я так думаю, этим, да. что очень здорово да. в коллекции. И
Итальянки очень любят и пончо, очень. И кейп. Да? И особенно испанки. Испанки, да. Испанки вообще носят такие вещи с бусами. То есть у них, я помню, как-то приехала зимой в Испанию, в Мадрид, и меня поразило то, что они ходят вот в тонких пальто, вот в таких кейпах, и полностью их здесь декорируют. То есть они не шарфиками, а бусиками увешиваются или комбинируют шарфы с бусами. Но мы до этого ручка, пока смотрите, не же, правда, все удобно. Некоторые говорят, как-то где-то что-то тянет. Слушайте, всем удобно. Вообще очень удобно, мне очень все нравится. Вы можете хоть за руль, хоть вот, сумочку. Этот какой-то темно-синий и вот этот. Девочки, померьте, пожалуйста, вот этот. Какую красоту? Вот этот. Вот этот беженький? Да, да. О, давайте. Давайте. Он, мне кажется, кстати, с бордо будет тоже очень хорошо. А вы на меня хотите? Да. Да, Мариночка, мы хотим на вас. Все, Галина, попалась? Галина, отключи сейчас. Нет, не отключу. Просто берем и накидываем. Элегантный гусар. Ходкой от бедра. Прекрасно. Дорогие друзья, как вам такое сочетание бежевого с бордовым? Шикарное, да? Да, вот я хочу сказать, что про бордовый цвет говорят, что он старит. Я, в принципе, соглашусь с этим. Но в современных сочетаниях с бежевым, с коричневым, там, ну, даже с леопардом очень красиво смотрится. Конечно. А сейчас предлагают вообще бордовый сочетать с цикламеном, с красным, с оранжевым. То есть вот очень дерзко и смело. На осень с оливкой очень красиво. С оливкой, с зелеными оттенками тоже всегда шикарно смотрится. Вот про красный говорят, что он прибавляет в размере, а бордовый стройнит. Прибавляет в возрасте. Прибавляет в возрасте, наверное. Но опять-таки мы же все подбираем к цвету, да, как цвет лица. Ведь мы можем, например, носить винного цвета брюки, а верх может быть серый. Но даже просто если, мне кажется, оттенок, верх будет тоже винный, то можно здесь декорировать чем угодно, жилетом. Да. И будет очень... Ну, каждый выбирает свой цвет. Но я вижу это с юбкой, я с брюками его не вижу. С пачкой вот балеринской. Нет, более с какой-то. Более нежный стиль, да, здесь можно как бы... В общем, дорогие друзья, если бы я увидела... А предложи, найди какую-нибудь юбку. Кого-то в таком кепе, конечно же, он попал бы сразу в мой стрит-стайл. Ну, вот, допустим, вот просто получается более такой нежный образ. Да. Видите, как с юбочкой? Он получается такой. Тут понимаем, что уже весна, уже даже не надо одевать достаточно такие высокие объемные ботинки. Я бы с лоферами. Простые, аккуратные, бежевого цвета замшевые лоферы. Это было бы очень стильно. Вот, потому что здесь как бы оттенки переходят. Три цвета, три оттенка. Такой немножко сочетаться. Пушкинский вариант. Наш Петербург. Да. Мы модницы Петербурга. Шерочка с шерочкой. Мы с Тамарой ходим парой. Да. Ну что? Ну, слушайте, вот в этом Марина пришла сегодня. Да. Я просто очень порадовалась, потому что это действительно очень красиво. Здесь настолько правильный крой. Посмотрите, как на Марине. Это текущая коллекция. Коса. Это осень коса. Осенью я купила. Капюшон. Ну или в начале зимы, вообще классно. Но мы только покажи, что говорили, мальчик, девочки, что кос эту идею не отпускает. Он ее дорабатывает, а дополняет. Это самая Лена ваша, меня, да? Темно-синий, видите, вот такой вот. Похоже. Но с капюшоном лучше. Здесь прибавляется плечо, если, например, тут стрижка. Вот еще расстегивается. Да, здесь расстегивается вот эта часть. Но видите, вот все кейпы, почему я говорю, что нужно мерить и смотреть, потому что вот этот кейп, он меня увеличивает. У меня получается не очень большая, как бы, с маленькой прической смотрится большое плечо. Вот если здесь был бы капюшон, носила бы с удовольствием, Мариночка, вот как у вас, потому что с капюшоном сделается потому что правильно. Дает объем. Я ради этого пальто купила в Юникло пуховичок черный, вот, ну, типа телогречка, такой самый легкий, вот. И собираюсь вот так вот носить. А вот это место я как раз собираюсь декорировать, как и пятичек сюда, и разных брошек, и всякого разного, по-нашему. Да. Будет очень красиво. По-португальски. Да. Видите, как классно. Так что, дорогие друзья, вы поняли, насколько разными бывают пончо.
общее такое слово, но есть и накидки, и пальто, и трикотаж. И кейпы, и трикотажные ткань. Такие, да, тоже. Я еще просто не показала, бывают шелковые блузы такие, тоже в Испании очень популярные, в стиле пончо. В стиле пончо, они бывают пляжные истории. Да, когда мы на пляж, чтобы нам прикрыть ручки, тоже надеваем такие вот вещи. А бывают, в принципе, ну вот смотрите, в кимоно да. Ведь тоже специальное отделение для рук, да? То есть вот рукав остается, да, а ты можешь... Ну вот, сколько интересного. Здорово. Ну все, дорогие друзья, напишите, понравилось ли вам это видео, посвященное пончо. Мы постарались именно разные показать и по цветовой гамме, и как компоновать. Да, носите ли вы и хотели бы, может быть, вы хотели бы тоже это носить, поэтому нам все очень интересно. Пишите, Марина. Несмотря на то, что ролик длинный, я хочу все равно еще сказать, не забывайте подписываться на инстаграм всех участников наших замечательных роликов. Это DM28, Галина Положи, модель элегантного возраста, Надежда, которая уже убежала, правда, не выдержала такого натиска. Да. Ну и, конечно... Нет, она убежала не поэтому, а потому что у нее назначена встреча. И все ссылочки я всегда во всех этих роликах оставляю внизу в описании. Ну, а мы сейчас будем снимать видео, посвященное новинкам DM28, весенняя коллекция. Да. Что все. Интересненького они нам покажут. Вот смотрите, смотрите. Уже. Вот уже тут такой вот Сальвадор Дали со своим усом. Так, отойдите в сторону, дайте я сниму. Отойдите. Она будет уже в другом ролике. Это так, просто для затравочки.